не в наших руках. Наш ковчег плывет между облаков, чешуя речушек блестит, как ртуть. Ты прости нас, Господи, дураков, ты спаси нас, Господи. Как-нибудь наш дом несет сквозь утро. Загорелые учили.
плесней до тонца не прибавлялось серьезных знаний от грома дальнего и плеч касаний, а красный галстук шел ей даже дом. Ее отец был секретарь райкома, но разве мог он распорядиться, чтобы мы друг другу прекратили сниться где-то на затерянном острове, где лето прячет мокрых стрекоз в траве. Все-таки они неправильно перевели. Они принесли мне перевод песни «Небесный калькулятор», но я не так, чтобы, знаете, совсем поэтический текст. Это вообще ого-го. И я смотрю и говорю, а Хвачкара-то нету. Хвачкара-то, как бы не перевели, она же должна Хвачкара-то быть. Говорю, куда вы дели Хвачкару? Они говорят, вы знаете, у нас Хвачкару никто не знает в Германии. Поэтому мы заменили на Бужуле. Сегодня песня исполняется в оригинальном варианте. Я сидел в тусклой лампе допоздна, вспоминая давний запах дальних мест. Я гулял по синим сумеркам без сна, возвращаясь в разрисованный подъезд. Кто-то ждал меня,
а может и не ждал, оставлял как флаг. Незапертую дверь кто-то знал про все, а может и не знал, и вот теперь под животом моста мы пили с ней вино, могли бы лет до ста мы целоваться, но краток речной маршрут, кончилась кончка. Пространством мостовых и не смотрят светофоры на меня с безразличием. Мостовых на выходных перламутров за гором города покрывает разгоревшийся восход. И мне кажется, что было так всегда, всегда в тот год под животом. Мы пили с ней вино, могли бы лет до ста мы целоваться, но краток речной маршрут, кончилась кончка. Такая подпись.
В осеннем парке и Беклинишевская. Вы смотрите, какое вот знание-то. Как вы относитесь к публикации видео ваших выступлений в соцсетях и YouTube? Как к рекламе или... И вообще, неприятное зрелище. Вот где-то там в YouTube, там как-то... Я даже не смотрю. Приходите на концерт на Ленинский 105. И там вообще мы как дома себя чувствуем. Вот приходите, у нас будет фестиваль. Мы будем гулять 3 дня. С 20-го, 21-го и 22-го в день рождения Ленина. Заключительный концерт будет. Вот, крепитесь, люди, скоро лето называется фестиваль. Там до лета уже останется. Есть желание видеть вас чаще по телевизору, но почему-то нет возможности. Ой, сколько по телевизору хотелось бы увидеть. И все не то. Все что-то не то. Исправьте это, пожалуйста, мне говорят. Жалко, что не все сегодня пришли на концерт. Кому можно было бы с этими словами обратиться? Мы привезли дочку, рожденную... Да не в СССР, в Израиле. Так, приложится ко всему прекрасному в России. Она грустила. Да потом, группа «Ирония судьбы», она проснулась и была счастлива. То есть она спала, пока мы пели, а когда «Ирония судьбы», она пока вздремнет еще. Вот. Я тоже покрестил, вот у меня крестная дочка, дочка Леонида Лейкина из Лицедеев, такая низя, который вот этот. У него, кстати, сын сейчас чемпионом мира стал, смотрите, по гимнастике, обалдеть, легкий, что дает. А она моя крестница, и мы ее покрестили, и она по Венику уехала. И приехала весной как-то, лет через 10, и говорит, а что-то у вас везде XB написано. Я говорю, какая XB? Ну, везде что-то у вас на XB. Вот на яйцах, на куличах. Что это такое? Вот такой я крестный отец, представляете? Пришлось, конечно. Царица Непала, пожалуйста. Вот видите? Вот видите, как написали люди. Хочется в жаркие страны. Си Цзиньпинь уехал. И прям за ним хочется. Там как сейчас в Китае тепло? Ну, лучше тогда в Непал. Спасибо за настроение. Когда планируете приехать в Архангельск? Сразу стало холодно. Только поговорили, и на тебе. Наше дело телячье. Позовут, приедем. Спасибо за ваше творчество. Очень хотелось бы услышать песню «Покаянная». Да, тут рядом храм как раз. Очень вдохновляюще. Знаете, я вам сразу вас предупреждаю, что все песни мы сегодня не споем. Хотя я мог бы написать только одну 44 года назад. Первую песню как написал. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. И мог бы со стаканом сейчас ходить просто по квартирам. И когда вы исполнили свою первую песню? Да, это как раз вот эта песня. Я ее как раз в женской колонии только написал и пришел и стал петь. И когда дошел до припева, как здорово, что все мы здесь сегодня собрались, слова встали в горле просто. Я сказал, песня новая, припев. Не помню. Вот хорошая записка. Алексей Хомчик, покажи мускулы. Он еще выйдет. Так, исполните, пожалуйста, «Асторию любви». Да, песня замечательная. Ну вот, как-то... Спойте, пожалуйста, «Как здорово». Это обязательно. Это вообще. Спасибо за песни. Вот я понимаю. В общем, так мы читать будем долго. «Царицу Непала». Должна быть расстроена гитара. Но есть же и порядочные люди.
вообще, вы знаете, что вот эта штучка называется тюнер? Это у кого нет слуха. Ну, вообще, у меня вместо тюнера Родион Марченко. Он тоже говорит, тяни, он говорит. И раз, да что ж такое? Песня, конечно, даже вот в таком приличном доме неудобно даже пить, но все-таки проблема алкоголизма. Вот я до 30 лет не пил вообще. И потом вот эти вот лицеи, вот эти лейки, вот они меня. Потом я 30 лет пил, сейчас вот опять у меня перерыв 30-летний, и потом там уже безудержно. Все, вот прекрасная актриса Марина Неёлова, не то, что она выпивает, я не об этом хотел сказать. Актриса, она прекрасная, но она вышла замуж за человека с другой автобазы. Он не актер, он профессор чего-то там. Вот. И она как-то звонит ему, говорит, мы сейчас после спектакля сразу едем на гастроли, я там дома борщ сварила, ты придешь домой, поставь в холодильник. Он говорит, хорошо. Сразу, как придешь, поставь борщ в холодильник. Он говорит, да хорошо, хорошо, поставлю все. И вот он приходит домой, открывает дверь, проходит через всю квартиру к секретеру. Там у него стоит
виски. Он открывает, и там прямо на бутылке с вискарем записка. Поставь бочь в холодильник. Вы представляете? Ну хорошо, вот такая песня, я ее с натуры писал тогда еще, но оказалось, что так оно и есть. Когда проходят дни запоя, мой друг причесан и побрит, и о высоком говорит, уже не страстно, а спокойно, и даже где-то безразлично, как будто все само собой. Он выражается прилично, и к жизни тянется другой. Но вряд ли печаль-то сядет, как дождик и эскимо. Без тела, в рубашке белой, он будет смотреть в окно. Поверх забытой толстой книги и сигареты без огня стеклянным взглядом будет двигать пейзажи пасмурного дня. И разглядев безлюдье пляжа двух сумасшедших неглиже, не улыбнется он мне даже, не позавидует. Уже разбилось все то, что снилось на мелочи. Но между тем поднимет он хрущевский дом, где алкаши в дворовой хляби и доктор выше этажом, и улетит в далекий город, где жизнь по-прежнему течет, где был он так любим и молод, и может встретиться еще с той нежной и безнадежно забытой и дорогой. Ирония судьбы!